Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть «Последний из нас». Или «Одни из нас». Ну, поняли, это уже старый прикол. Наступила осень. В последней серии мы потеряли наших компаньонов самым ужасным образом. Это было просто душеразрывающее зрелище. Но теперь в итоге мы подбираемся к тому месту, куда мы очень давно двигаемся. Наступила осень. И наш герой сменил рубашку. Джексон Каунти. Красиво, да? Будем надеяться, здесь не только красиво, но и гостеприимные хозяева. И поменьше зараженных, пожалуйста. Полицейский вдолбился в столб, судя по всему. Вот тебе и дорога. Дорогу размыло. Пойдем по берегу. Река приведет нас к Томми. Давай. Что, тут прыгать, что ли? Страшно что-то. Вот, смотри. Хорошо. Давненько у нас вылазок на природу не было. Что-то в последнее время все в городе, да в городе. А что у вас произошло? Ты о чем? Вы с Томми вместе. Значит, что-то случилось. Небольшая размолвка, вот и все. Я так... Что не поделили? У Томми свой взгляд на мир, у меня свой. Да, твоя подруга Марлин подарила ему надежду. Но Томми такой человек, запала у него хватает ненадолго. Он ушел. И как вы с ним расстались? Кажется, он сказал, надеюсь больше никогда не увидеть твою рожу. А он нам поможет? Это мы скоро узнаем. Ну, так или иначе, децикат будет нет. Идем дальше. Хорошо. Дальше так дальше. А вон там, смотри, уже, да? Что-то похоже на крышу. Или нет? А Вова, вон уже. Населенный пункт. Там что-то блестело, нет? Так, вот мы и пришли. Вот это гидроэлектростанция. Гидро кто? Она превращает энергию потока воды в электричество. Как она это делает? Слушай, я знаю, что она делает, а не как. Ладно. А как мы переберемся на ту сторону? Гидро что такое? Это было смешно. Так, окей. Давайте посмотрим. Порядок. Вот и все. Ух ты, стрелы, сколько ты посмотри. А, это что там было? Патроны какому-то мега-револьверу, типа Конт. А, Конт, говорю, Кольт Анаконда. Хорошо. Себе сделаем лучше. А речку внизу, я думаю, в итоге подтопят. Как мы ее поднимем? Меня ж смоет. Или нет? Ну, давай попробуем, что ли. Уп. Жди здесь. Что-нибудь придумаю.
Так, хорошо, куда же мне деваться-то? Там же вода долбит с бешеной силой. А здесь подъем я особо не вижу. Да, серьезно. Ух ты! Что-то там есть, стоит навестить. Я, похоже, нашел что-то полезное. Так, ну здесь давайте осмотримся. Я подъема что-то как-то не наблюдаю особо. Хотя вот это вот, вот что? Нет. Так. Ладно. Даже вода в этой игре, да, такая, то есть разная. Есть прозрачная, есть вот такая мутноватая какая-то. И что у нас тут? Что-то мне подсказывает, что я сейчас задохнусь просто. Давай, давай. Фух. Хватай быстрее, пока она не уплыла. Так, Элли, тебе нужно... Знаю, встать на гребаный плот. Вставай на гребаный плот. Окей. Так, и она, я так понимаю, у нее силёнок-то хватит, нет? Крутить вторую. Ну, а я возвращаюсь туда. Я чувствую, по ней давай пройду. Попробуй. Осторожнее с этой штукой. Ладно. Круто. Мы команда. Ага. Или офигенная. Так, хорошо. Мы можем пойти сюда и можем пойти сюда. Куда же мы пойдем? Мы пойдем вот сюда. Какого-то привал был. Хорошо. Так. И вот так. Отлично. Я думаю... Такая маленькая могила. Я забыла оставить робота на его могиле. Что мне с ним делать? Элли. Что? Я хочу поговорить об этом. Нет. Почему нет? Сколько раз будем это обсуждать? В жизни разное случается. Что поделать? Просто... Хватит уже. Ты прав. Извини. Идем к Томми. Бедный пацан. Ах, ладно, хорошо. Ты тут заберешься, нет? Да вроде должна. Девчонка не промах. Есть хочется. Знаю, мне тоже. Увижу белку, сразу стреляю. Выберемся отсюда, тогда и о еде подумаем. Если помру с голоду, ты виноват. Так, хорошо, куда-то мы выбрались. Ну, это глубинка уже, это вот именно как такой небольшой захолустный городишко, типа того, что были в Alan Wake или в State of Decay. Идем туда. Обойти не получится. Пойдем через завод. Это на самом деле ужасная идея. Так, а что там?
Да, здесь у нас куст. Кто-то говорит, это прям отсылка к Resident Evil. Господи, это просто куст. Кто-то прошел на хаммере. Дверь открыта, нет? Дверь закрыта, так что я думаю, он там и остался. Карта электростанции. Ну, давай посмотрим. Это получается... Ага, понятно. Видите, патроны какие? А, это сам пистолет уже дали. О, офигенно. Эль Диабло. Прикольно. Увеличение что-то на них какое-то смешное, что ли, не знаю. Что толку вот от такого увеличения? Такого вот. Че это? Че? Так, а там по ощущениям за будкой действительно что-то... Нет, ничего. Все хорошо, пойдем. А ну стоять! Пусть девчонка опустит оружие! Ну! Элли, делай, что говорят. Ладно. Вы что, заблудились? Мы не знали, что здесь кто-то живет. Просто хотели пройти насквозь. Куда насквозь? Это свои. Ты их знаешь? Только его. Мой родной братец. Томми? Охренеть. Как поживаешь, малыш? Ну и ну. Да. Ну, покажись хоть. Да, ты постарел. Скоро сам таким станешь. Это Мария. Повежливее, она тут типа всем заправляет. А, мэм, спасибо, что не пальнули. Было бы неловко пристрелить своего деверя. Ну, а как? Рано или поздно нас всех окрутят. Ты Элли? Да. Куда путь держишь? Это долгая история. Идемте все под крышу. Да. Голодные? Ужасно. Неужто нам наконец попались хорошие люди? Стоило того. Ложная тревога! Это свои! Нам пришлось отбивать налеты. Тут полно бандитов. Несколько дней здесь тихо. Ты как сюда попал? Я думал, ты в Джексоне. Пытался запустить электростанцию. Она работала. Но потом одна турбина накрылась. Электричество есть. Хоть караул нормальный. Мы снова ее запустим. Не может быть! У вас есть лошади? У нас их полно. Эй, Томми, помоги-ка мне! Извини, я сейчас. Можно? Да, конечно. Она любит, когда чешет за ухом. Ездила верхом? Да, бывало. Да, и где это? Уинстон, солдат в зоне, меня учил. Если хочешь, потом можешь покататься. Было бы круто. Вот. Спасибо, Томми. Без проблем. Ну, пошли дальше. Круто. Лошади крутые. Эрл? Да. Почему ты здесь? Ты должен был уйти обратно. Жду, когда меня сменит Хаузер с парнями. У нас все будет в порядке. Иди домой к семье. Осталось пару часов. Я подожду. Ладно. Как скажешь. Смотри, какой порядок у них, да? Небольшая, но крепость. И никак не подойдешь, смотри, на самом деле осмотр, все по-серьезному. Мария. Слушаю. Мы в зале управления. Стив сейчас пустит ток. Ты подойдешь.
Я бы лучше поела с Элли. Все равно моя очередь. Иду. Я с тобой. Иди с Марией поешь чего-нибудь. Джоэл! Идем, Элли. Пускай мальчики поговорят. К вам идет Томми, ждите. Пошли. Джоэль сразу как влился в коллектив, да? Они уже шестой раз пытаются запустить турбины. Мы здесь неделю, а кажется, прошла вечность. Хочу отдать тебе кое-что. В прошлом году я был в Техасе, дома. Почти все наше добро пропало. Почти все. Вот. Вполне нормальное, хоть и выцвело. Не надо. Точно? А чё? Сказал же. Ладно. Оставлю себе. Томми. Надо поговорить. Наедине. Да, ладно. Только ребят сейчас проведаю. Идем. Да. Хорошие люди. Почему бы вам тут не остаться? Хотя у тебя слово, которое ты дал Тесс, поэтому ты должен идти вперед к цикадам. Ща. Темнот как. У меня фонаря. Что-то фонарик не работает. Ладно, хорошо. Все, погнали. Не знаю, что ты слышал, но города не узнать. У нас уже больше 20 семей. Мария и ее отец решили, что мы должны сами себя обеспечивать. У нас есть зерно и скот. Помнишь, мы думали, что так жить невозможно. А вот у нас получилось. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр. Запустим электростанцию, будет ограда потом. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. А кто нет? Такое уж время. А ведь может быть иначе. Ты совсем как Марлин. Бобик. Привет. Это Бакли. Сторож он никакой. Хороший пес. Но с ним веселей. Эти гении восстановят электростанцию. Здрасте, я это заберу. Молодцы вообще. Смотри, организовались как. Ставлю миллион баксов, заработаю. Ага, ставлю два. Дымовые бомбы. Им просто нужно приладить щит. А что, хорошее место. Хорошее. Так, что нам нужно? Нам нужно лук, наверное, прокачать. Так, и давай уже вот эту штуку вкачивать. Я чувствую, она будет одним из моих любимых типов оружия. Но для нее нужен четвертый уровень. Понятно. Так, подожди, не то. Так. Вот так. Нормально. Можно выдержать. Надо будет потом еще мощность вкачать. Головы у всех, а то больно крепкие какие-то. Да, вот так. Опускай. Медленно. Да, хорошо.
хорошо. Это Томми. Все готово? Так, еще одну секунду. Все, готово. Генератор готов. Давай, круто. Жми. Поехали. Черт побери. Отлично. Кто-нибудь, сообщите Марии, пусть порадуется. Видишь? Потрясающе. А ты проспорил 2 миллиона. Ладно, Джо. Поговорим. Сейчас поговорим. Кирпичи. Господа, добрый день. Просто пробегаю мимо. Вон что-то лежит. Куча всего крутого лежит. Так. Окей. Да, в принципе, нормально. Ладно, уж совсем не будем задротить, просто взяли немножко нужных вещей и пойдем по своим делам. Извините, господа, до свидания. А, да, забыл. Все, норм. А вас тут немало. Мы все получили здесь второй шанс. Они нормальные парни. Чего не в Бостоне? Да вот, ввязался в одну авантюру. Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Ну, выкладывай. У нее иммунитет. К чему это? Она да при мне вдохнула столько спор, что хватило бы десятерым. Ничего. Я тоже не верил. Сам увидишь. Ладно. Поверю. А я при чем? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где они. Мне много не надо, Томми. Дай простую снарягу, и я отправлюсь в путь. С чего ты взял, что я соглашусь? Да ради себя, Томми. Ради твоих парней. Я теперь семейный человек. И не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Томми, прошу тебя. Нужна снаряга. Бери. Но с девчонкой своей возись сам. Вот она, благодарность. За что бы? Сколько лет я о тебе заботился. Так это забота была? Да мне года с тобой вспоминать страшно. Благодаря мне ты жив. Лучше бы я сдох. Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет. А ты решил повыделываться, малыш? Ты не в Бостоне. Только попробуй тронуть меня. Это плохо кончится. Да... Что это за хрень? Черт, на нас напали! Что, убивать не разучился? Нет. Ну, как всегда, покой нам только снится. Да что ж такое, блин? Я еще подумал, а почему здесь все так удобно стоит? Неужели тут перестреливаться придется? На! Свободен. Пушка, конечно, убойнейшая. Ты же бой еще, что ли? Неужели он живой? Да нет, кончился. Так, хорошо, дружок, хорошо.
Да что ты? Смотри, какая снаряга. Крут, крут. Свободен. Да уйди ты. Видите что-нибудь? Мы их видим. Идем к мосту. Бандиты хотят проникнуть внутрь. Нет, мы в ловушке. Мы идем к тебе. Оставайся. Они здесь. Элли, прячься. Так, все нормально. Нифиговая схема. Все будет хорошо. Ого. Топорик, это круто. Вот как раз то, что я говорил про мощность. Над духом прошло. Скотина. Норм. Ух, ух. Получи, скотина. Все как надо. Патронов бы. Здесь еще шевелится кто-то. Вот здесь. Давай, волосе, знай, ты живой еще. Или нет? Хорошо их тут поджарило, да? О как. Так, сейчас пойдем сначала подберем там трофейные патроны. Я не знаю, может есть у кого. Да что-то нет особо. А тут что? А тут бутылка. Очень полезно. Окей. Все, уходим. Что это было? Резко так, как будто перемотка была. Давид, нашего завалили. Ладно, патроны. Наши пока там держат. Да что вы? Вы поломать в три ствола не можете. В три ствола, блин, сидят, щелкают. Спокойно. Мозг вышел просто. Поделился с окружающими своим богатым внутренним миром.
подожди, это же, блин, опять наших стреляют. Я им там уже что только не устроил. Прости, Эли. Ой, беда. Неудобно вышло. Ты цела? Да, да, цела. Джоэл, в общем, да, они бросились со всех сторон, ясно, а Мария такая, всем слушай, бежать. И мы нырнули под столы, а тут бугай пальнул. Тише, тише. Слушай, и мы... скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Пойдем-ка поговорим. О чем тут говорить? Пусть найдет кого-нибудь другого. Мария, я просто не смогу с этим жить. Ты знаешь, сколько людей мы сегодня потеряли? О чем это они? Случайно не обо мне? Потом поговорим. Узнал, где лаборатория? Элли, поговорим потом. Потом? Ну-ну. И что с того? Одна ошибка. Один неверный шаг, и я окажусь вдовой. Ты этого хочешь? Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь? Иди. Мария. Мария. Началось. Так. Если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Она беспокоится. Да, я знаю. Джоэл, я отведу девчонку к цикадам. Можешь не волноваться. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Хороший брат. Пойду скажу. Хороший мужик. Повторить? Он чем-то... понял. Типажом вот так вот поведением. Джоэл! Что такое? Твоя девчонка только что увела коня и смылась. Ё-моё, куда? Ну, пошли. Офигеть теперь. На Сойера похож. Вернись назад, хоть убраться поможешь. Ладно. Осторожно. Ладно, давай быстрей. Да. Там следы. Ну. Прикольно. Давай, давай, догоняем ее. Блин, чем эта игра еще удивит? Тут просто каждый момент удивляешься тому, насколько все круто сделано. Прямо. Теперь еще и... таких еще не было. Не знаю, в чем дело. Блин, какие виды, да? Сюда она не пошла. Ну что ж, будем искать. Но! Элли, чем ты думаешь? Элли, Элли. Ну, ребенок все-таки, что ни говори. Прикольный. Вот, следы. Отлично. Прикольный, но ребенок. Ну пошла. Так, как бы тут ноги не поломать лошадки. Такая дорога. Почему-то не хочет сюда перепрыгивать. Пошла. Я прикрою. Сколько их там? Да хренища. Обойди их, я прикрою. О, ну просто замечательно. Я тебе иду.
ушел. Я думаю, еще встанет. Слишком много бандитов, да что ж такое? Ловите! Просто не дают покоя. Ну, давай, вылазь. Давай, скотина. Не дай бог вы что-то с Элли сделали. Я вас просто закопаю всех. Я вам сейчас окружу. О, черт! Ай-яй-яй. Уф, это ты, а я-то думал. Слава богу, ты пришел. Твою мать. Пошло. Все, больше нет. Кругом, кругом они. Так, хорошо. К шахте, что ли, подходим какой-то? Что-то такое, по ощущениям. Так, ну здесь, похоже, больше ничего нет. И что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии продолжим искать Элли. Я так думаю, что этим мы будем заниматься на протяжении всей последующей серии, потому что, как видите, упорола она куда-то совершенно далеко. Как найти, так надо, блин, ей прописать по первое число. Как так вообще? Чем думает эта девчонка? Но, тем не менее, мы нашли нашего брата, и он действительно хороший парень, несмотря ни на что. Жизнь его не испортила, несмотря на то, что жизнь явно тут не самая лучшая. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Как-то осенью все резко изменилось, и атмосфера стала совершенно другая, какая-то более такая унылая, но этим и крутая. Там как-то все более жизнерадостно было, хотя тоже было все очень плохо. Но, по сути, короче говоря, игра внезапно как-то подрослела к осени, что ли. Не знаю, увидимся. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.